должны понять и принять, раз вы родились на этой планете, вы пришли в этот мир со своей уникальной энергией, со своими уникальными знаниями, со своими уникальными задатками. Ваша задача понять, что если в вас уже есть уникальность, а она в вас есть, потому что вы тот человек, который не похож ни на кого другого, на этом свете нет больше ни одного такого человека, да, с такими, может быть, чертами лица, с такими же этими полосочками на ладошках, с такими же глазами, нет больше ни одного человека. И когда вы это осознаете, вы поймете, что вы уникальны, и ваша уникальная энергия, ваши уникальные способности, они нужны этому миру. То есть в момент вашего рождения вы уже стали уникальным, и вы должны себя за эту вашу уникальность с этого момента рождения уже любить. И да, может быть, вам говорили, что ты там не носишь белый фартушек или черное платьице, да, или не ходишь там в школьной форме, и за это ты плохой. Так вот, нет. Важно понять, что то, что вы уникальны, уже дает вам абсолютное преимущество в рамках этого мира, потому что нет на свете больше именно такой же энергии, именно таких же знаний, именно таких же возможностей, именно таких же уникальных особенностей. Нету в мире больше таких же харизматичных вещей. То есть первое, что вы должны понять для того, чтобы научиться любить себя, понять, что вы уникальны, ценны и очень нужны этому миру. И без вашей энергии этот мир не стал бы развиваться, потому что в этом мире все, что приходит, все абсолютно этому миру нужно. Второй шаг, который мы должны с вами сделать для того, чтобы, ну, даже, знаете, глобально, если мы посмотрим с точки зрения Бога, каждый человек, приходящий на эту землю, он имеет абсолютно непохожий набор хромосомов, набор нейронов, набор внешних факторов, да, и для чего-то миру, Богу, абсолюту это нужно, для того, чтобы вы с этой энергией в этот мир приходили, вы нужны этому миру именно такими, какие вы есть, миру не нужны набор одинаковых функций, ему нужны уникальные люди. Именно поэтому нас каждого сделали уникальным. Поймите это вот с точки зрения личности. Когда вы это поймете, вы начнете больше любить, ценить и уважать себя. И тогда, если мы переходим к теме миссии, предназначения вашей деятельности, вы поймите, что то, что вы несете в мир, это уже нужно в таком формате, в котором оно есть в вас. Второе. Как сделать так, чтобы почувствовать любовь к себе, научиться себя любить? Обязательно, очень важно принять своих родителей, потому что как ни крути, куда ни ходи, с уровня личности, вы так или иначе продолжение ваших родителей. И базовая неценность себя и нелюбовь к себе, она упирается именно в родителей. Когда вы не цените, не уважаете, не принимаете своих родителей, оно так или иначе отражается в вас. Почему? Потому что, по сути, вы и есть ваши родители. И когда вы считаете, что мама некрасивая, неумная, папа там плохой, пьющий, бросивший вас, тогда что происходит? Тогда вы и себя не принимаете, потому что, как ни крути, каждая ваша клеточка на уровне личности, она состоит из ваших родителей. Поэтому первый шаг — понять, что вы уникальны, ценны, потому что Бог вас создал именно такими. Второй шаг — проработать тему, что ваши родители — они самые лучшие, самые уникальные, самые неповторимые, и вы состоите из них, и тогда вы становитесь самыми лучшими. Это то внутреннее состояние, когда вы говорите: «Мамочка, ты у меня самая лучшая, папочка, ты у меня самый лучший, а если ты и мама самые лучшие, то я тоже самая лучшая». То есть тема «пройти в любовь к себе» — это тема «пройти в любовь, уважение, почтение к своим родителям». И здесь я хочу очень важную вещь сказать. Здесь важно не пытаться спасать своих родителей, не пытаться помогать им. Это не жалость к родителям, это именно уважение, восхищение и понимание, что они реально самые лучшие. И в те времена, когда жили они по-другому не могли. Тогда они не могли по-другому, тогда они могли только так. И если бы я сейчас была вашими родителями, я могла вам сказать: «Дорогая доченька, дорогой сыночек, я отдаю тебе все, что у меня есть». И я тогда не могла по-другому. Тогда я могла только так. Но я тебя очень люблю. Я делала максимум. Максимум для тебя. И когда вы это понимаете, что ваши родители делали максимум для вас, вы начинаете менять свое внутреннее отношение к родителям и однозначно начинаете менять отношение к себе, понимаете, да? А как быть, если свекровь в гостях вампир? Вообще тема свекрови, она очень глубокая на самом деле. Почему? Потому что когда у меня идет конкуренция со свекровью, и свекровь меня вампирит, у нас есть в нашей базовой системе три позиции. Я мать, я партнер, я ребенок. И когда у вас идет конфликт со свекровью, тогда чаще всего вы вашему мужу становитесь мамой. То есть у вас идет конкуренция на уровне мамы. И для того, чтобы свекровь в вашем поле вообще
вообще не было, потому что, по сути, свекровь, ну, вам глобально, у вас нет общей крови, то есть глобально она вам просто человек из другой системы. У вас, по идее, свекровь в жизни никак не должна глобально фонить на вас, никак вас цеплять не должна. Если вас начинает цеплять свекровь, первое, что вы, о чем вы должны задуматься, почему я своему партнеру стала мамой? Потому что единственное место, где вы можете конкурировать со свекровью, это когда я хочу быть мамкой. Единственное место, где она вас может вампирить, там, где вы с ней реально конкурируете. Ваша задача понять, вы своему партнеру не мать, она ему мать, пусть она там им занимается. Если говорить с точки зрения границ, если у вас уже есть ваша система, ваша семья, где вы, ваш партнер, ваши дети, то это ваша система. И когда, например, свекровь приезжает в вашу систему и начинает там глобально, ну так скажу, качать права, она находится не на своем месте. То есть вы реально просто не отстаиваете границы. Поэтому свекровь может вампирить в двух случаях. Когда вы пытаетесь конкурировать с ней и играть своему партнеру маму. А что такое играть своему партнеру маму? Я хочу о нем позаботиться, вырастить, накормить, носки постирать и сделать так, чтобы он был моим хорошим сыночком. Вы выходите из этой позиции и занимайте свое место партнера, потому что когда я на месте партнера просто женщины, я наслаждаюсь, кайфую, получаю удовольствие с этим мужчиной, и я уж точно не хочу его контролировать, растить, одевать, обувать и прочее, понимаете? И тогда у вас тема свекрови уйдет. Если вампирит мама, как быть? Мама может вампирить в одном единственном случае вас, когда вы становитесь на роль бабушки, когда вы становитесь матерью-мамой. Мамой мамы, матерью своей мамы, понимаете? То есть здесь тоже у нас есть место в системе, есть я дочь, есть моя мама. Когда вы начинаете маму воспитывать, заботиться, пытаться ее вырастить, пытаться ее перевоспитывать, вы становитесь на место бабушки, то есть мамы своей мамы, и тогда она что, вампирит вас. То есть единственное, кому мы можем отдавать энергию, кто нас, ну, грубо говоря, может вампирить, но это не вампиризм называется, а передача энергии, это наши дети. Единственный, кто может брать нашу энергию, это наши дети. И когда вы пытаетесь маме быть мамой, она становится на место ребенка, начинает впадать в жертву и вас вампирить. То есть для того, чтобы мама перестала вампирить, ваша единственная задача – занять место ребенка. Когда вы становитесь для вашей мамы ребенком, тогда она вас вампирить не может. Вы тогда можете напитываться ее энергией. А если вы начинаете питаться энергией мамы, вы тогда включаете вообще силу всего рода. То есть для того, чтобы у вас появилась энергия и мама вас не вампирила, вам нужно в отношениях с родителями стать маленькой девочкой, которая ни хрена не может решать их вопросы, которая по любому вопросу может обращаться к ним. Если муж не живет со мной дочерью, живет с друзьями в доме, в деревне, в чем может быть причина? Благодарю. В чем может быть причина чего? Того, что он не живет с тобой, а живет с друзьями? Ну, значит, в тебе недостаточно темы, где он тебя выбирает. Почему он тебя не выбирает? Может быть, ты ему мозг выносишь, когда он домой возвращается, и ты ему становишься мамкой. Почему он сбежал к друзьям? Потому что ребенок, когда ему 17-18 лет, мама продолжает ему пилить мозг, хочет свалить пожить к друзьям. Скорее всего, ты очень ему резонировала с мамкой, которая ему пилит дома мозг. Он собирает манатки и валит к друзьям. Это очень похоже на вот эту вот историю тинейджерства, когда ребенку уже надоело пиление мозга от мамы, и у него случается период, подростковый бунт, когда он валит к друзьям на дачу. Ну, как-то так. Поэтому важно включить в себя женственность, наслаждение, кайф, удовольствие, тогда ни один мужчина от вас уйти не захочет. А если любой разговор с мамой доводит до спора и скандала, она каждый раз упрекает, что я от этого. Смотрите, спор с мамой вообще не может быть и места быть. Как вы можете спорить с мамой, когда она большая, а вы маленький? Когда вы поймете, что мама большая, а я маленькая, она дает, а я беру, тогда у вас все споры закончатся, понимаете? Вы пробовали себя по отношению к родителям или у вас всегда были хорошие отношения с ними? У меня всегда были не очень хорошие отношения с моими родителями. Если вы почитаете мою историю, мой отец от меня отказался, когда я родилась, потому что он хотел папу. У меня были очень жесткие в свое время отношения с мамой. Она вообще на меня подавала на алименты и требовала от меня денег, потому что я стояла у мамы на месте партнера с самого детства. Я лично прорабатывала отношения с родителями много-много лет. Да, и даже иногда продолжаю прорабатывать, поэтому отвечаю на этот вопрос так. Мама ненавидит моего отца, в итоге упреки в мой адрес, что я на него похожа. Очень важно понимать, что у нас есть... давайте так. Очень важно понимать, что ваша мать не может ненавидеть вашего отца. Почему? Потому что если есть ребенок между родителями, там всегда есть любовь. Потому что ребенок — это новая энергия, по сути, это любовь. Когда вы это поймете и внутри себя соедините маму и папу, внутренний раздрай закончится. Поймите, вам уже не надо выбирать между мамой и папой. Ваша мама и папа друг друга любят на априори. И просто у них такая любовь, знаете. Наши родители вот это любили. Ты плохой.
плохой, ты хорошая. Для них любовь, война, это нормально. И она делает вид, что она не любит вашего папу. Но по сути она очень его любит. Ну потому что, ну как минимум, вы на свете появились. Знаете, вы очень классное подтверждение тому, что ваши родители друг друга любят. Просто у них такие брачные игры и такая любовь. Знаете, ты плохой, ты херовый, ты не такой. Понимаете, для чего это женщины делают? Для того, чтобы обратить на себя внимание. Когда вы это поймете и поймете, что у ваших родителей такая... такие брачные игры, как я это называю, тогда вам станет легче. Вам больше не нужно их спасать. Поймите, что у них такая любовь. И так они воспитывались, потому что их родители им такую любовь показывали. И ваша задача не брать эту историю на себя и не проделывать это в своей жизни, а просто двигаться дальше.